пришел работать в санаторий, спортсмен, мастер спорта, силы вагон, а там все люди больные. Мне неинтересно было после спортсмена. А мне, знаете, что сказали? Серёжа, сделай так, чтобы тебе было интересно. Все, я сделал спортивный зал, поставил бильярд, поставил теннис, детскую комнату сделал, принес тренажеры, приемник, телевизор поставил. У меня полный зал был. И мне интересно было. Научился массаж делать, лечебную физкультуру. Все, уже стало интересно. Так и вы. Не хочет партнер, не берите его больше. Так, ваша задача сейчас такая. Или сделать удержание сверху, сверху. То есть вы садитесь, ноги здесь и отсюда. Или же забраться к нему на спину. На спину, ноги туда засунуть и руки отсюда держать. Значит, я, например, лежу на животе, значит, надо сесть сверху. Не надо туда ноги запускать. Сесть сверху и лежать на нем. А я приду просто задницу дам. Ты ее бросал? Ну что ты стоишь? Не бросай! Хочешь? Пошли, а я буду сейчас. Ходи. Удержание верхом и лезайте назад. Еще раз, Руслана, ты хочешь на тренировку, что ты сам ходить тренировать? А у тебя такое впечатление, что ты все работала, да? И что? А ты назови сегодня вторник. Сегодня вторник, завтра вторник. И все нормально. К понедельнику надо готовиться. Тогда воскресенье. То есть не ложиться поздно спать. Да? Делать уроки. То есть, чтобы в понедельник пойти в школу и уже быть получше себя чувствовать. А если не было поздно, да, смотрела фильм, то, конечно, я не поздно встала. Хоть спать. Так, есть раз. Молодец, ушел. Молодец. Я вам понимаю. Удушающийся. Так, вот удержание там. Сейчас я иду. О, голову я иду. Я жив так здесь. Вот так, работает. Вот. Пройди, пройди наверх, понимаешь? Дай, вот сюда. Ты вообще не работаешь? Что такое? Что? Вот и мы здесь. О, кто там лежит? Кто там? Молодец. Это Каталин? Да. Сейчас мы того пацана позади. Если дадим. Уходи. Уходи. Держи его вот так. Так, вот, отлично, все, подожди, давай, 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 давай. И потом, что на две дамы держи, что не делаешь. Держи его. Уходи. 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 Стоп, не двигай, не двигай. Смотри. Так, девочки, все сели. Забрались. Первое, что команда Матэн уже забрали. Так, Маша, сейчас возьмешь. Здесь они. Они мешают мне здесь. Ну, простите, мы пойдем. Так, чтобы шпагаты не проделали, вот здесь. Чтобы это. Дальше поставить. Нет движения. Раз. Оп. Все более. Но смотри, сильно не тянет, чтобы это. Встали по парам, как были. Разобрались. Приготовили ленницу делать. Можно мне. Какого? Не могу. Далее? Где вы должны стоять? Вы же вот тут стоять.
Не носил, еще сюда, еще сюда. Андрюша, чуть-чуть подвинь. Денис, что ты хочешь сюда-сюда? Встань с той стороны! Как говно в проруби глотает. Встань еще! Дюдаист вышел и встал, не хочет бороться. Вот. Никогда не видел Даника. Да? Или друга не видел? Хочешь? Где ты берешь шоколад? Бери выше шоколад. Первый номер делает три броска, и кто сделал, стоит, ждет меня. Хочу ли? Раз. Даник, а ты что, не можешь взять? Захват, не можешь правой рукой взять? Ниже, левый. Еще ниже. Заказать, что твое узнать. Больше возьми. Все, три раза. Три, один, три, другой. Второй делает, точно. Локоть держит, локоть держит. Рука сверху, Николай. Лука. Так. Вот так, спасибо, Николай. Что там у нас? Здесь он ходит в сторону. Хорошо, Матэ, старые. Ты берешь и бросаешь перед собой. А нужно, значит, что, под него садить? Между ног. Так, что ты стоишь? Значит так, делаешь три раза задняя подножка, три раза через стенок. Одной, потом другой. Давай, Руслана, пока она не проснется. Так. Сейчас делаем другую сторону. Первый номер, три броска. Отсюда. Другой рукой берем приклад. Пошли. Раз. Эй! Другую сторону. Два. Приготовились. Три. Андрей, рукой сюда, а то он падает назад. И берет. И играет роли. Матэ, послушайте меня сюда внимательно. Если вы делаете бросок, и он падает в ту сторону, пацан, да, будет штатно, а под зубой не будет штатно. И вы еще можете получить замечание. То есть бросок назад, а если вы еще упадете на него, бросок умает. Так, второй номер. Выше, бери, как ты видишь, выше. Тащи, тащи рукой вниз, тащи. Что ты сгибаешь на колени? Делай кувырок. Вот и все. Где могу пропустить? Матэ, поменялись. Первый номер. Один раз вправо, один раз влево. Один раз вправо, один раз влево. Отсюда. Раз. Еще раз. Другую сторону. Два. Вправо. Три. Дай руку сверху. Четыре. Поменяем. Значит так, внимание сюда, стоп. Значит, есть хорошие приемы, их факторы, стойки. Значит, что мне хотелось бы? Вот проводя соревнования или проводя тренировку, кто лучше всех. Значит, я ставлю вон, вон, снимаю и куда? Фейсбук ставлю. Чтобы видно было, да, чтобы ваши родители видели, что его сын лучше всех бросает. Ему приятно. И он будет ходить делиться с родственниками. Это не обязательно один человек. Если будут троих, классно получаться. Поставлю троих. Но для того, чтобы вообще супер, мне надо еще научиться. Есть такой бросок, убирается фон. Хромакей ставит. Хромакей, ну, как бы... И это самое, да, для того, чтобы убрать фон, и чтобы четко был бросок, например, два синих кимоно, сзади белый фон, или наоборот, два белых кимоно, сзади черный. Как
как важно ваше тело, не плат. Значит, надо быть лучше. О май гад, как у нас новый год. Ой-ой-ой. Наверное, кимоно придет. Да. Публика была. Ну, спасибо. Это у меня кимоно, но этот на день рождения принес мою, подарил. Так, приготовились, да, второй номер. Вот посмотрите на Дениса, что он делал вчера. Сразу понятно, что он не готовился к тренировке. Вот что я делал вчера, скажи. Вчера ничего не делал. Нет, смотрел телевизор. Так это еще хуже. Дюрен! Раз! В другую сторону! Два! Другую сторону! Три! Другую сторону! Четыре! Хорошо! Так! Андрюха, на живот! Коль, на живот! Миша, на живот! Саша, на живот! Даник, на живот! Так! Сырба, на живот! Вы вдвоем. Кто? Вы подвиньтесь на синюю зону, а вы перейдите девочку туда. Вы всех закрывали. Хотя бы... Стой, у тебя есть родители, Руслан? Делай хорошо бросок. Подставь, видит. Руслан, супер! И не нужно, чтобы ты была чемпион. Ты уже что-то делаешь. Если ты готов? Это! Нет. Вы вот здесь, вы вот там, просто они вот там будут. Давай, Маша, бросай. Это... Давай, Маша, все сверху. Готовы? Ваша задача сделать удержание болевое решающее. Задача нижних не так сделать. Хватит? Пойдем за одну минуту, потом будем меняться. Еще давай! Право два броска, влево два броска. С бедро, задняя подножка, а потом же все сбили. Ну что, два броска? Шпагат они делали? Мне так дали шпагат. Мать и нога, они потом шпагат. Ты же говори, когда ты робот прием делаешь. Вот, ты говори. Андрюха, мотай, ложись на спину. Ой, на живот. Все защищайте. Низкий фактор, высокий фактор. И на животе. Все, вы защищаетесь, вы нападаете. Я скажу, через 20 секунд. Матем, поменялись. Аджиме. Второй номер. Боремся, боремся, боремся. Так, Денис, иди сюда. Денис, иди сюда. Денис, ты можешь убрать твой бор? Ты как можешь лежать на животе и бутерся? Я тебя поделаю, потому что морозят. Опа, опа. И что? Пусть они его за пальцы из зона травины упали. Я так не морозил хотел. Я сам проиграл уже. Что ты ничего не думаешь об маске? Что вы сидите? Я прокладываю. Матей! Стали в стойку! Стали в стойку! Стоять до трех. Раз. Два. Вы вдвоем идите туда, в конец, а вы остаетесь здесь. Маша, ты делаешь бросок? Да, я делаю. Два вправо, два влево. Что ты разговариваешь? Не надо ей объяснять. Ты ее три раза брось, потом объясняешь ей. Смотри, Маша, делаешь.
три броска задняя подножка, три броска бедро и три броска зацеп голени в одну сторону. И уходит, следующее. Пусть он падает. Что, Антон, запрыгки на наш тренера? Встаньте сюда, пожалуйста. Сваливается? Сюда. Итак, мельница. Право-влево. Право-влево. Приготовились. Я вообще не помню, который меня вас не поздравил. Я забыл, Серёжа, честно говорю, забыл себя. Как можно? И что, будем целоваться теперь, что ли? Да, пожалуйста. Я завтра. Я у мамы не помню, да, на тренинге. Да? Я знаю. Ты знаешь, что нет, вот, нет, ты свой, знаешь? Я знаю свой. Нет, ты свой, нет, свой, свой, знаешь? Ну и все, и хорошо. А я тебе напомню. Я тебе напомню. Так, готовы? Разогреваемся. Что, придет вам, что ли? Нет, вам грец. Ну, так кто хочет держит? Я, блин, ну, давай, замотай, потом с ним поработаешь. Чтобы он хотел побороться, вот и побоюсь. Так, мельница, право-влево, первый номер. Работаем 30 секунд. Делай, Сырбу, делай, Шембе, делай, Таурельсию, делай, да, делай, Андрей, делай, Макс. Приготовились. Хорошо, право-влево. Раз. Одну секундочку. Мне тяжело контролировать, как смотрите внимательно. Поэтому, пожалуйста, берите за отворот. Да, один отворот, потом другой. И я уже буду четко понимать, в какую сторону вы кидаете. Приготовились. Осталось 20 секунд. Внимание. За отворот. Кто бросает, держит за отворот. Кто падает, держит за лоб. Жмем. Раз. Два. Миша, делай кувырка! Четыре! Пять! Шесть! Николай, делай кувырок! Семь! Делай кувырок! Восемь! Девять! Десять! Опять! Опять! Сырку, как тебя зовут? Андрей. Андрей, я говорю держать отворот. Поэтому головой коленом голову получил. Хорошо, хорошо, что он сдохнет. Поменялись. Вот отсюда и травмы. Слушайте, тренер. Приготовились. Кто? Ну кто, второй, наверное? Нет. Кто? Пусть я. Да, можно сырку опять. Раз. Маша, она держала вот так, вот туда падает, держа дыхание. И еще не поворачивай. Два. Спасибо. Туда кидать, зашел от тебя. Пошел ты оттуда кидать, сюда, отсюда, туда. Три. Четыре. Пять. Да. Ну, вот я посмотрел, вот
Барселона, Атлетика, получил большое удовольствие.